В память о живших сажают деревья, скверы, часовни, да мало ли что. Так повелось повсеместно издревле, тешатся дети пустой мечтой. Что из того отшедшим внезапно, где их душа, разделенная с телом? В землю сырую, сглотнувшую запах, от красоты нет молекулы целой. Только душе предпочтения нет, мало кто думает, где она ныне. Тьмою окутана, видеть ли свет, в Тартаре, может, несчастная стынет. Вечную душу Господь сотворил, внул дыхание жизни в Адама. Чудной душой отличил от горил, счастье, конечно, отнюдь не в бананах. Личность, субстанция нашего «я», то, что по образу Божьему в гробе, это подобие не сметь опошлять, дьявол грехами в нас душу угробил. Лично при жизни с Христом примирись, думая о часе исхода из тела. Свыше рождения дарует жизнь, будет одежда незримая белой. Резус и группа у каждого есть, и не у тела лишь бренного знаки. Лучшее все приплюсует нам крест, кто без Христа, тому в вечности плакать. Кто благовестие смертным несет, ради бессмертия благовествует. Память таким, от отживших почет, там перемена в мышлении, в поступках. Верный Иисусу вовек не умрет, вписан такой в книгу жизни на небе. Божьей любви не вставай поперек, лучшая память, духовные дети. 7 февраля 2008 года.